Привет, друзья! Позвали меня сегодня на презентацию нового квадроцикла. Наверное, догадались какого. CF Moto X10. Это литровый аппарат, который появится уже в продаже. Я думаю, что даже с сегодняшнего дня уже можно будет резервировать. Узнаем сегодня цену его, какая цена его будет, может, какие-то изменения произошли. Так что двигаем, посмотрим, чем они нас удивят сегодня, нас всех. В черном цвете CF Moto 1000, ну, X10, грубо говоря, можно сказать. Вот он, черненький такой. Сразу с ножом по снегу. Уже тоже пружинки такие все красивые. Ребята, 9800. 9800 с НДСом. Это полностью вся сумма. А вот и кофр, как ребята говорили, что маленький. Здесь, в принципе, можно как и заметить, что кофр... Площадка сама маленькая, но сама модификация кофра... Вот можно увидеть, наверное. Только вот не знаю, на сколько он литров. Этот кофр получается. Большой или нет. Ай, ну вот, сейчас открыть уже мешается немножко. Ай, вот сиденье. Ну ничего, поднял. Чуть-чуть цепляет сиденье. Вот такой, в принципе, немало здесь, что можно сложить. Какую-то одежду. Какую-то еду, какие-то инструменты. Вот даже это ключи для кофра, для замочков. Вот здесь замочки можно закрыть, если где-то что-то в городе оставлять, чтоб не поперли мелкие хулиганы. Сзади, смотрите, даже ремень. Не знаю, в прошлой модели было такой вариант или нет. Вот он, ремень. Где он? За пассажирским креслом он. Есть ремень. Кстати, удобно это, наверное, чтоб у поменьше ростом у кого, или там у жены, у девушки, у дочки, у сына помладше, который лет 6, 7, 10, 12, когда ноги не достают, хорошо до самой площадки, хорошо ремнем застегнуться и ручками держаться. Это очень. Спинка поможет. Но черный мне красивый в черном цвете. Не знаю, как вам, ребята, но черный симпатичный очень. Я думаю, под наклейки его хорошо. Можно даже пустить, пока он новый. Пускается под наклеечки легко. Черный цвет очень хорошо. Можно какой-то дизайн придумать свой. Что у нас здесь? Посмотрим сейчас еще. Здесь прикурочка. Здесь, как они рекламировали, в первом квадроцикле такой вот вариант. USB 2 порта есть. Также само можно тот же телефон подзарядить. Фонарик какой-то бывает как. Ну, здесь, наверное, все то же самое будет.
Здесь уже с ручками обогрева сразу идут. Ну, люфт немного тоже вот такой есть. Руль болтается, а колеса на месте стоят. Вот, люфтик такой как бы есть, можно заметить. Люфтую, а колеса на месте. Как у некоторых в BRP бывает. Doubted all that I could do, knowing what I need to do. All I can say, the word is thank you. I think it's what you need to put away from the shore, amongst the waves. Что-нибудь можете рассказать? Что вам рассказать? О квадроцикле, который на соревнования поедет в Румынию. Софмото. Выступал на BRP, а теперь почему-то на Софмото решил ехать, да? Купил BRP, терпи. А теперь нужно будет терпеть Софмото. Да, да, на Софмото Z1000 литровый багги. Так, Гунде Вулф и Бресло ралли. Также Эндуро ралли. Может быть, пару этапов периметра в Литве. Будет именно участвовать. Тип-топ такой же, только черный. Такой же самый будет, да? Да, да. Немного тестировал хотя бы. Черный быстрее. Черный быстрее, да? Да, да. Что-то там сделали, накрутили. Будет видно. А, тестировали? Не. Тестировать будем на Enduro Rally. На Enduro Rally. Да. В ближайшее время, да? А, 23 марта в Побразе. Через 7 недель. А что о машинке можешь рассказать, в принципе? Что здесь изменилось со старых моделей? X8 этих. Мотор. Сам мотор основной, да? Да, да, основной участок это от Z8, он вообще ничем не отличается. Единственное отличие, так это мотор и вариатор другой. Все остальное осталось цепь то же самое. Тот же самый руль, те же самые сиденья. Все то же самое, как и на 800-ке, только что литр. Не знаю, может какие-нибудь больше изменения есть, но я их не заметил. Так я очень сильно комментировать на эту тему не могу. Тут очень у нас, вы теперь смотрите оригинал, но у нас будет все совсем по-другому. Во-первых, ИТП-диски, ИТП-терракросс резина, также будут амортизаторы переделанные. Будут хорошие стоять, уже, наверное, другие, да, наверное? Нет, будут стоять эти же самые амортизаторы, только возможно, компания, да? FastMix их переделает, затюнингует. Также лебедка будет другая, впереди стоять КамАЗ 4000, эта лебедка пойдет назад, потом усиленная рама будет поставлена отсюда, с переднего бампера до кузова, также сзади будет рама усилена еще именно от этого места до конца. Потом ремни спортивные, что еще, Iron Baltic защита, спортивный руль, самые главные изменения такие, все остальное еще дополнительное, так это, конечно же, LED разные и в салон, и снаружи, всего будет ставиться 6 ламп. Всего, да? То есть спереди будет, да, получается? Нет, две сзади. Если какой-то ремонт ночью, чтобы посветить, каждая лампа отдельно будет включаться. Три впереди, одна в салон. Чтобы, если ночью что-то искать, положить вещи. Это все делается только для ремонта. Чтобы, если ночью там уже будет рулевую тягу менять или вариатор, или еще что-нибудь, чтобы этот ремонт можно было сделать. Также есть еще одна идея, не знаю, она будет реальностью или нет. Это где капот. Тут солнечный коллектор поставить, чтобы всегда подзаряжался аккумулятор. Чтобы не было разряда. Ну да, чтобы все-таки
игрушек очень много внутри, чтобы каждая игрушка как бы работала, когда нужно. И садила аккумулятор, и при нужном варианте, чтобы, чтобы хоть чуть-чуть подзаряжала. Да, есть такая мысль, не знаю, будет ли она реальностью. Говорю, может даже на крыше, но на крышу, ну, перевернуться он может. Скорее всего, и перевернется, так будет видно там все.